Эта акция преследует цель собрать бытовые вещи и ту кухонную домашнюю утварь, которая необходима для пострадавших от пожаров. А их на сегодняшний день очень много. И до 30 августа мы планируем собирать домашнюю утварь, приборы, и хотим 31 числа передать их в самые пострадавшие районы от пожаров. Не все могут проявить такую активность, как я там проявил с друзьями. Поехали в лес, начали тушить. Кто-то может помочь материально, кто-то может помочь физически. Таких банальных вещей, как обычно бытовые, то есть чем привыкли пользоваться люди. Та же самая бытовая химия, обычная утварь, она необходима.